Волшебное деревце. По мотивам сказок «Братьев Гримм». В ролях Этте Мерлин Бернсон, Лукас Призор, Хайнц Хеник, Оли Бегалке, Штеффи Кюнерт и другие. Сценарий Габриэля Крайс. Музыка Мариана Люкс. Оператор Корнелиус Плахе. Режиссер Вольфганг Айслер. Клара! Куда путь держишь, Клара? А я не Клара, я... Глупая гусыня. Не слушайте этого невежу. Сам не знает, что несет. Прошу, это вам понравится. Это... Но здесь так грязно. Но грязь чистит желудок. Мой желудок чист. Как и мое сердце. Оставьте это. Мое сердце? Или печенье? Вы очень добры, но кусочком печенья вам меня не привлечь. А чем? Осторожней! Что за глупости? Прошу вас. Надо было заткнуть ей рот камнем. Так не говорят с нежной девушкой. Нежный? Нежность не вечна. Вот как? Но у розы есть шипы. Коротышка. Хоть я и коротышка, сила моя велика. И сейчас я очень, очень испугался такого маленького, маленького коротышки. Слишком матовые. Полируйте. Слишком мало. Увеличьте. Короткие ноги удлините. Дорогие женихи, ни вы, ни ваши подарки не понравятся принцессе. Но откуда барышня это знает? Оттуда, что барышня есть принцесса. Уж лучше одной остаться, чем без любви под венец. И кому я передам трон? Дочери, ваше величество. Королева без короля? Это как, по-вашему? Это как карета без лошади. Как плохо, что я теперь остался один без королевы. Я не хочу, чтобы моя дочь была одинока. Без защиты, без поддержки. Она же не знает жизни. А вы сами не даете ей узнавать жизнь. Принцесса требует тебя. Нет, они жмут. Нет, они не того цвета. Это утренние туфли, а не послеобеденные. Их носят с 11 до часу. Где ты и твоя голова? Все еще в саду у замка. Лучше б я этого не видела. Чего? Сама знаешь.
Поцелуй? Обещай, что это никогда не повторится. Если узнаю, в тот же день выгоню тебя из служанок, ясно? Тогда выгоняйте прямо сейчас. Я люблю Франца. Прочь с глаз моих! Катись к черту вместе со своим Францем! И не вздумай вернуться, слышишь? Принцесса. Принцы ждут. Да? Ну, отец? И где женихи? Нет. Мое почтение, Ваше Величество. Вы опоздали, принц. Я не знал, что меня ждут. Принцесса, сегодня у меня счастливый день. Да? Благородное происхождение не спрячешь, вы не девушка с рынка. Конечно. И все же я встретил вас именно на рынке. Кого вы встретили на рынке? Отец, принц меня с кем-то спутал. Мы здесь увиделись впервые. А вы развлекаетесь со своими подданными. А разве вы не любите свой народ, принцесса? А вы пришли, чтобы спросить об этом? Он жених, и вы прекрасно это знаете. Без даров? А вы так легкомысленно сватаетесь. Напротив. Настолько серьезно, что хочу подарить вам только то, что вы действительно желаете. Что вы желаете, моя красавица? Моя красавица. Красавица, да, только пока не ваша. Дитя. Как скажете. Что я должен подарить, чтобы вы меня выслушали? Принесите мне поющее, звенящее деревце. Если вам угодно, я его обязательно найду. Ваш преданный слуга. Но где? Где он найдет это деревце? Где мне искать это волшебное деревце? Я думаю, что в лесу. Одно есть на севере, и одно на юге. Я бы поскакал к северному. Тогда я лучше поскочу к южному. Thank you.
Коко! Вы здесь. Что вам от меня надо? Это мои владения. И мое деревце. Ваше деревце? Как я уже сказал, деревце принадлежит мне. Зачем оно тебе? Принцесса хочет его в подарок на свадьбу. Вы бы сделали меня счастливейшим человеком в королевстве, дорогой господин, если бы подарили мне это прекрасное деревце. Я? Я коротышка? Да, это было глупостью, то, что я сказал на рынке. Примите мои извинения. Так-так. Я приму твои извинения, а за это ты заберешь мое деревце. Не очень-то выгодная сделка. Пожалуйста. Что? Пожалуйста. Ну ладно, я же не зверь какой. Получишь ты свое деревце. Но при одном условии. Оно звенит и поет только если чувствует любовь. Если принцесса тебя не любит, оно будет молчать. Если она меня не любит, я не хочу быть человеком. Если принцесса тебя не любит... Деревце снова мое. И ты тоже. Тогда по рукам. Согласен. Тогда я ваш со всеми потрохами. Теперь оно мое! И это свадебный подарок? Это же обыкновенное деревце. Я ничего не слышу. А вы? А вы? Принц, вы меня считаете глухой? Или слепой? Я ничего для вас не значу. Может, это понравилось бы девушке с рынка. Прогоните его, отец, прошу вас. Он останется. Это же такое прекрасное деревце. Свадьба завтра. И теперь, дорогой принц, я с гордостью отдаю вам в жены мою любимую дочь. Нет. Нет? Нет. Потому что ваша дочь высокомерная и бессердечна. Она требует, но не благодарит. Ее красота сбила меня с толку. Вы не можете любить принцесса, и деревце рассказало мне об этом. Оно поет и звенит только для любящих. Я слышал, как оно поет и звенит. И когда я это слышал, я был счастлив, как никогда еще не был в жизни. И это счастье я хотел подарить вам. И хотел разделить его с вами. Но вы этого не заслуживаете.
Ваше Величество. Принцесса. Думаешь, не притворяется? Никогда не слышала, чтобы она так плакала. Оставьте меня! Это я, дочка. Немедленно открой. Нет. Давай поговорим. Да, обычно вы со мной не говорите. Что мне сделать, чтобы унять твою боль? Скажи. Деревце. Я хочу деревце. Она хочет деревце. Я должен принести ей деревце. Деревце? Принесите мне деревце. Откуда ты взялся? Что тебе нужно? Забрать тебя и мое деревце. Уговор дороже денег. Теперь ты мой раб. Ваше Величество, травница знает дорогу. Говори, добрая женщина. Скачайте в Южный лес, Ваше Величество. Южный лес? Ну, что ж. Согласен. Согласен. Тогда я ваш. Со всеми потрохами. Тогда я ваш. Со всеми потрохами. Как я мог быть таким глупцом? По телеге дров в день. Телега дров? Почему телега? Потому что я так хочу. 10 телег, и ты свободен. Thank you.
За что мне такая честь? Моя дочь, принцесса, желает получить это деревце больше всего на свете. Почему именно это? Мне оно нравится больше всех. Возьмите другое, Ваше Величество. Мне кажется, что ей оно нравится больше всех. Она бы так обрадовалась, и я намерен выполнить ее пожелание. Почему? Это деревце сделает ее счастливой. Разве она несчастна? Ну ладно. Она может получить деревце. Если за это вы исполните мое желание. Одно желание? Отдайте мне первое живое существо, которое встретите по возвращении в замок. Я думал, золото, драгоценности, земля. Но живое существо... Потому что дерево тоже живое. Жизнь за жизнь. Согласен. Пусть так и будет. Проклятый гном! Руби сам свои дрова! Я пошел! Я выйду отсюда! Когда-нибудь я выйду отсюда! Ну как мне выйти отсюда? Как мне выйти? Я не могу вылезти из собственной шкуры. Если я открываю рот, из него появляются только жабы и никогда прекрасные бабочки. И почему вы все так рано меня покинули? Принцесса? Няня, шпинат слишком зеленый. Зеленый я не люблю. Боже, какая бледная рыба. Она больна? Суп? Не знаю, может, немного съесть? Черный хлеб? Вы же знаете. Я его ем только почетным дням. Отец. Это должно быть отец. Держи собаку покрепче. Глупое животное, кто тебя только принес? Вы? Деревце. Мое деревце. Потому что дерево тоже живое. Жизнь. За жизнь. Нет. Назад. Назад, дитя мое. Назад.
Помогите! Бедное дитя! Она принадлежит мне. Вы дали мне слово. Седлай своего коня. Жизнь за жизнь. Вот эта дорога. Где? Не понимаю. Может, стоит поискать врозь? Ты пойдешь направо, я налево. Ну что? Да, что? Я хотел бы... Прекратите! Этого никто не вынесет! О, нет! Снова вы! Что вы здесь делаете? Я хочу спросить об этом и вас! Вы здесь живете? В этой дыре? И вы хотите быть принцем? Ни один человек не станет там жить. Наш хлев по сравнению с этим дворец. И пахнет там лучше, чем здесь. Здесь пахнет как... в медвежьей клетке. Что ты так вытаращился? Это твое настоящее лицо. Любая девушка с рынка краша. Ты о чем? Я благородная. Я принцесса. Я красивая. И что же делает здесь прекрасная принцесса? Я надеялся, что больше вас не увижу. Я бы попросила быть повежливее. Не получится.
Что ты тут бурчишь? Я ухожу. Хорошая идея. Лучшая из всех твоих. Sie soll es schön haben, wenn sie wieder zurückkommt. Was fällt? Что ты творишь, Клара? А что мне идет? Я тоже могла бы быть принцессой, но ты не принцесса. Sei froh. So, nun hilf mir. Посмотри. До этого здесь было так прекрасно. Прекраснее меня? Сравнение хромает. Как ты? Я не хромаю, это все башмак. Я была в лесу, осматривалась. Думал, ты хочешь уйти. Мой отец, король, заберет меня отсюда. Это еще что? Мне так удобней. А мне где сидеть? Что тебе здесь надо? Мой завтрак. Завтрак. Мой отец-король тебе заплатит. Мой отец-король тебе заплатит. И не думай. Это моя пещера. Но дождь пошел. Вижу.
Я промокну, а там сухо. Да, и так и останется. При дворе этого даже свиньи не едят. Никогда так не делай. Нет? А может еще? Раз, два, три, четыре. С ума сошла? Это же наша еда. А это не еда, а корм для свиней. Боже, по крайней мере, ты не забыл обо мне. Как я рада тебя видеть. Ты даже не представляешь. Поиграем? Пойдем. Наконец-то с тобой кто-то играет, да? Ты, наверное, хочешь есть. Пойдем. Как же нам повезло. Это не твое. Ну ладно, ладно. Я не для себя хотела взять. А для собачки. Ты не любишь зверей? Конечно, люблю. Да и сам почти уже зверь. Тебе наплевать, что я страшная. А знаешь что? С этого момента буду звать тебя господин. Господин пёс. И знаешь почему? Потому что ты прекрасен. Если оно здесь, то это должно быть хороший знак. Мне неспокойно. Они давно должны были вернуться. Мой Франц... Думай не только о Франце. Там король и принцесса. Они сами виноваты. Если бы принцесса была чуть добрее и скромнее, то вообще ничего бы не случилось.
Иди сюда, господин пес. Неверное животное. Признайся, он тебя подкупил? Но я знаю, где мы кое-что добудем. Может быть так сложно, черт! Эй, ты чего? А что тут непонятного? Я есть хочу! Хочу поймать и зажарить рыбу! А что, если она не хочет, чтобы ее зажарили? Угощайся! Природа не даст тебе умереть от голода. Откуда ты знаешь, что ягоды хотят, чтобы их собрали и съели? Я их уже спросил. Отпусти меня! Ну, погоди же! Спускайся! Вернись! Это бесполезно! Это мы еще посмотрим! Эй, ты, гном, пожиратель домиков улиток, мерзкий карлик, заплесневелый огрызок. Тебе нравится держать нас здесь взаперти, да? Да ты просто жалкий трус. Осторожно, он опасен. Ну и что, мне больше нечего терять. Твою жизнь. Это вообще не жизнь, когда я так безобразна. Ничего ты не знаешь. Я не боюсь тебя, нет. Помогите! Помогите! Отпустите меня! Отпустите меня! Не отпускай меня! Не отпускай! Дорогой лесной дух, милый дух, дорогой дух! Дорогой! Отпусти меня! У тебя кровь! Ну? Ты же... Иногда надо всего-то сделать что-то простое.
Это чтобы грязь не попала в твою рану. Ты же голодна. Садись. Возьми. Здесь хватит нам обоим. Устала. Я могу эту ночь поспать снаружи. А ты здесь? Нет, мне нравится снаружи. Да? Вот, возьми. Так тебе будет теплее. Спасибо. Спасибо. Мы когда-нибудь выберемся отсюда? И где до сих пор мой отец? Я была уверена, что он придет и спасет меня. Может, он меня не любит? Любит. Просто еще не нашел сюда дорогу. А что, если он ее никогда не найдет? Тогда мы его найдем. Я должен еще наколоть 10 телег дров. Я тебе помогу. Боже!
Остановись! Хватит! Это мне решать. Отпусти нас! Никогда! Вы мои рабы! Ваше Величество, вставайте! Идите сюда, Ваше Величество! Идите! Я больше ничего не вижу. Где ты? Я здесь. Поговори со мной, я тебя не вижу. Где ты? Где ты? Я здесь! Здесь! Где? Где? Где я? Дома, Ваше Высочество. А где принц? Какой принц? Ваш завтрак. Сердечное спасибо, милая. Не хочешь поесть со мной? Я только позавтракала. Тогда хотя бы присядь. Присядь, пожалуйста. Я не люблю есть одна. Я люблю. Я могу любить. Я люблю тебя. 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 Ah!
Переведен и озвучен компанией «Игмар».